Всем привет, родненькие! Меня зовут Куце Сергей, и я рад вас приветствовать на канале «Каталог воблеров». Составных воблеров. Воблеров, Вася, воблеров. У нас такая ситуация, что на носу уже март, а температура воды по-прежнему 3 с небольшим градусом. Очень низкая температура воздуха. Приднерестовых ярких рыбалок пока что для себя мы не нашли в наших краях. А ввиду с тем, что вот эти карантины постоянно, особо далеко и не поездишь. Потому продолжаю снимать обзоры на приманки. Ввиду того, что прошлый сезон, позапрошлый был сложный, прошлый был еще сложнее. Активность щуки была явлением достаточно редким. И много моих зрителей, подписчиков просто выли. Кто-то писал, что открылся по щуке еще, вернее, аж в августе. Ну, такие тяжелые рыболовные истории. Потому, готовясь к нынешнему сезону, вы уже видели обзоры на моем канале воблеров, форм-фактор которых для моего канала не очень присущ. Это и шедики карасеобразные, ратлины чуть позже поснимаю. А сегодня речь пойдет о приманках, которые, о типе приманок, которые максимально хорошо имитируют подранка, рыбку умирающую. Если вы обращали внимание, то после того, как забагрите какую-то приманкой, воблером, джигом, железом, неважно, крючком, забагрите верховодочку, либо какую-то другую маленькую рыбочку, вы ее снимаете с крючка, отпускаете водичку и обращайте внимание на то, как она себя в воде ведет. Вот это какие-то резкие остановки, резкие разгоны. Траектория постоянно сбивается, как галсы у воблера, то в одну сторону, то в другую сторону. Когда она выбивается уже из сил, она начинает потихоньку переворачиваться пузом кверху. Немножко остановилась, собрала чутка энергии, хоп, снова спинкой кверху. Это все так сильно напоминает игру приманок, кто вникает в эти детали глубоко, кто отсматривает игру этих воблеров, обращает внимание на рыбалках на этот момент. Ну, очень напоминает. И максимально продуктивно вот напоминают эти предсмертные, да, конвульсии какие-то рыбки. Воблеры составные, двухсоставные или более. У меня в этом сезоне, наверное, будет их много на канале мелькать, если будет тяжелый сезон. Они по отношению к минохам требуют чаще всего и более медленной проводки, вашей выдержки. Чаще всего они применяются ввиду того, что не так хорошо летят, как минохи, не для поиска рыбы, а именно для сбора в тех местах, в которых вы уверены, рыбы. Для облова локальных перспективных мест с вдумчивыми долгими проводками, с паузами большими. Ну вот когда рыба не хочет, а ты хочешь ее поймать, наскушай и ждешь. Наскушай, сел на баллончик, ножку в водичку, наскушай, почесал за ухом. Ну, такие паузы должны быть, да, какие-то продолжительные. Сегодня в связи с этим мы посмотрим обзор на воблер от компании Циоки. Это доступная реплика на очень известный в далекие там 2008-2009 годы или чуть позже воблер от компании Имакацу. Назывался он Powerbill. Стоит он сейчас достаточно больших денег, но у кого эти деньги есть и кому их не жалко потратить на пластик, Powerbill могу советовать. Он у меня в основной коробке лежит, а сумка на другой квартире, потому на столе его нет. Но он у меня есть. Воблер шикарный. Он, ну, классный. Он очень круто имитирует подранка, умирающую рыбку. И кроме этого, у него очень много колебаний. Смотрим на Циоки Вич 118. Приманку, которая стоит гораздо дешевле. Посмотрим, что у Циоки получилось реализовать в этом воблере. Начнем наш обзор с просмотра игры приманки. А перед этим хочу сказать, что этот воблер у меня еще с выставки, по-моему, 2018 года. Там я его заприметил, но как-то особо не использовал. В коробочках он лежал. А вот выбираясь уже для этого видео, перебрал много приманок. Некоторые из них я обозревал, некоторые еще не обозревал. Вы увидите их чуть позже.
Но вот этот интересный воблерочек, я думаю, будет интересен и вам. Итак, почему интересен? Смотрим сразу съемки игры, которые я особо комментировать не буду. Для выбора сюжета видео прилагаю много стараний, много чего фильтрую, много чего отсеиваю и выбираю самое интересное, чтобы ваше время было, ну, максимально продуктивно потрачено, с интересом, пользой, ну и, возможно, каким-то результатом уже на самих рыбалках. Итак, смотрим, как играет наш ВИЧ. Первое, что нужно отметить, это его плавучесть. С заводным колечком и с очень тонкой проволоки со скруткой этот воблер практически чистый суспендер. Вот две проводочки с заводным кольцом. Далее я почему-то посчитал, что это кольцо будет мешать, и снял его. И воблер стал немного быстрее всплывать. У него минимальная положительная плавучесть, но очень близкое состояние к плавучести суспендер. Но без заводного кольца он уже чуть быстрее начинает всплывать, но тоже делает это очень медленно. Потому вот родная с заводным кольцом его плавучесть, это, можно сказать, суспендер. По заглублению производитель говорит, что наш ВИЧ будет идти в горизонте от 80 см до 1 метра 40 см. Что я вам хочу сказать на это? На коротких дистанциях заброса в бассейне у меня получилось достичь того максимума, который указан на упаковке этого воблера. Потому на реальных рыбалках, когда вы бросать будете подальше, я думаю, на проводках, способствующих максимальному заглублению этого воблера, я думаю, он будет идти еще глубже, сантиметров на 20, а то и на 30. В зависимости от того, какая будет у него финальная плавучесть, после того, как вы догрузите его поводком, возможно, вертлюгами, карабинами, если он будет медленно тонуть, то спокойно можно будет облавливать за счет долгих пауз горизонты метров даже до 3. Если будет суспендером, либо медленно всплывать, то 80 сантиметров тоже для него не является критическим значением. Воблер достаточно, ну как бы его назвать, умный, что ли. Он очень четко реагирует на то, что вы делаете вершинкой вашего спиннинга. И провести его там на полуметре от поверхности, ну какой-то большой сложности для вас не составит. Воблер очень отзывчивый. Можете заметить на проводках, которые я прилагаю к своему рассказу, что этот воблер, ну, при минимальных касаниях вершинкой спиннинга активно играет. Знаете, есть такие очень простые воблеры, как я о Max Quad рассказывал в 128-м. Если ты хочешь, чтобы новичок поймал рыбу, либо его шансы были максимально на это большие, дай ему Max Quad 128. Ну вот что он не будет делать, воблер будет играть, и это принесет свой результат. Вичо Цуёки ровно из этой оперы. Что бы вы ни делали, я уже специально хотел убить проводку, убить игру своей проводкой этого воблера, не получается ничего. Это дохлячок какой-то, который борется там со смертью в толще воды. Вот он играет на самых мягеньких, легеньких точках, на более жестких, на ударах серьезных. Он играет по-разному, он играет очень по-разному. Прям, это, знаете, как новый цвет красок для художника. Тут прям такой полигон очень значительный. Я пошел в бассейн, набрал с собой кучу воблеров, но как-то зациклился именно на нем, потому что такие разные интересные моменты. Бывает, он как-то поймает клина и в одну сторону как-то уходит. Подобные проводочки тоже повыбираю, но снимал очень много, там примеров можно на час видео нарезать. И вот какой-то он в плане игры интересный, разнообразный, ну и вроде бы пока что простой. Посмотрим, как оно будет получаться на практике. Ну хотя, судя по тому, что достаточно качественно содрали пауэрбилла и макацевского, мне кажется, результат будет такой же хороший. Так, что нужно отметить? Воблер на легеньких тычках очень послушный и вообще не кажется, что он какой-то упористый. Но если жестко его начинать и быстро, агрессивно так твичить, продирать, тянуть, бить, то воблер ввиду формы своей лопатки начинает сильно сопротивляться и издавать огромное количество колебаний, которые
обратную связь, от которых вы четко слышите в руку, и такое ощущение, что с той стороны какой-то большой и мощный крэнк привязан к вашему шнуру. Потому для вот полной свободы его анимации понадобится какое-то строгое удилище с тестом граммов 25, а то и 30. Но использовать его результативно смогут все, даже те, у кого откровенно сопливые спиннинги. Еще такой один интересный момент. Вы обратили внимание, что по направлению к спиннингисту воблер мордой движется лишь на самых нежных и мягких проводках. Если в этих проводках появляется чуть больше жесткости или резвости, то воблер такое ощущение движется как-то боком, либо же вообще хвостом по направлению к вам. Это, конечно, связано с формой тела воблера, с его строением, с формой лопасти. На это все мы сейчас посмотрим. Ну, просто такой забавный момент, как любителю в основном воблеров класса мину, он мне кажется каким-то необычным и очень интересным. Как думаете вы? Напишите что-то об этом в комментариях. Так, ну я думаю, игры достаточно насмотрелись мы для того, чтобы все заключения сделать для себя самостоятельно. Давайте теперь посмотрим на воблер поближе и постараемся понять, за счет чего он так передвигается в толще воды. Тут уже целая наука. Составные воблеры, уже куча параллелей. Такой другой слегка твичинговый мир. Сейчас для сравнения возьму легендарный воблер от Jekyll. Это Magalon. Ну, лопатка тут большая, дайвинг, но неважно, тело то одно и то же. Есть тиник, есть где-то обычный Magalon. Сейчас просто не найду. Все еще немножко разбросано. Перед этим хочу сказать, что много новых зрителей на канале, когда я говорю поводок эксклюзив лидер, много вопросов появляется. Смотрите, какая штука. Сам я всю жизнь ловил на скрутки. Очень их любил, ценил. Есть достоинства, есть свои недостатки. Рассказывал, как делать эти поводки. Разных видов проволоки у меня было очень много. Но один раз, года три назад, попробовал эксклюзив лидер от Николая Запивайло. Все. Все вопросы о поводках вообще отпали. Если вы в комментариях там интересуетесь, между собой что-то выяснять начинаете, ссоритесь, ну, нужно попробовать. Один поводочек возьмите, оцените там. Куча рыбалок с одним поводком, если только не оторвете где-то на зацепе. Зубы держит, прозрачные в толще воды. Ну, вообще идеальная штука. Никаких вопросов. Взял, ловишь, забыл о поводках напрочь. Ничего крутить тебе не надо. И получается реально дешевле, чем даже те скрутки, потому что один поводок, если вот зацепов нету, на сезон будет достаточно, даже если часто меняете приманки. 0,7 мм, 28 см по длине для ловли крупной рыбы. И еще один момент, очень много белорусских рыболовов пишут по поводу этих поводков, куча сообщений, но доставка дорогая. Обращайтесь в магазин. Если много людей обратится в какой-то магазин, то я думаю, они оптом закажут у Николая и привезут к вам эти поводки, чтобы были они у вас в продаже. Так, по поводкам рассказал. Что-то еще хотел сказать по поводу ультрафиолета. Чуть позже скажу. Сейчас давайте сравним, посмотрим, в чем фишки этого воблера. Так, друзья, собственной персоной, крупным планом на ваших мониторах Tsuyoki Witch 118 SP. Внешний вид, качество выполнения можете оценить самостоятельно. Я рассказываю о том, что воблер у нас составной, двухсоставной. Но если посмотреть игру, то как красиво подыгрывает этот резиновый хвостик. Это резина, это по крайней мере не тот силикон, к которому мы все привыкли. Она очень плотная, но такая мягенькая, хвостик живенький. Если посмотреть игру, как этот хвостик подыгрывает, то можно смело сказать, что воблер трехсоставной. У воблера достаточно значительных размеров лопасть большой площади. Она сильно отклонена от продольной оси тела воблера. Потому воблер такой маневренный. Он получает большое сопротивление, когда по ходу к вам движется мордой, и поэтому уходит куда-то в сторону постоянно, то ли хвостом к вам разворачивается, при этом активно ним подыгрывая, то ли как-то боком становится. Смотрите, какая интересная штука. Вот для сравнения взял небезызвестный, как я уже говорил, легендарный воблер. Это Jekyll Magalon. Как соединены две половинки тела воблера.
Я говорю сейчас о свободе движения хвоста. Это магалон. Тот воблер, который хорошо ловит, тот воблер, на который миллион реплик, тот воблер, у многих спиннингистов является одним из фаворитов. И вич. Здесь петли у нас большего размера, потому хвост имеет намного больше свободы. Потому вот эта красивая его работа в толще воды. Вот так все просто. Более длинные петли, больше свободы у хвоста приманки. Так, для всех тех людей, кто будет переживать по поводу сохранности вот этого хвостика, во-первых, есть вот такие воблеры, да, Jackal, Tiny Magalon, я когда-то видео даже снимал, он без хвоста в толще воды играет абсолютно так же, ну, примерно так же. Рыбу, по крайней мере, ловил исправно и без хвоста. Я сюда вклеивал другие хвостики, но давно было, резина уже задумела, пока крутил в руках, хвост отвалился. Здесь для сохранности хвоста, он больших размеров, вот такая небольшая хитрость существует. Есть плавничок, в нем пазик, и третий крючок у нас не тройник, а двойник. Можно его легко монтировать в этот пазик, и при поклевке щуки она хвост не откусит, а сядет на этот двойничок. Вот так хитро сделали еще и макацу, и вот так удачно это все скопировали цуёки. По поводу крючков, на теле воблера у нас три крючка. Один двойничок и два тройника. Тройники номером, даже не 6, номером 8. Можно сказать, что тройник мелкий установлен. Потому следите за качеством этого крючка. По умолчанию стоит неплохой крючок. Он такой достаточно прочненький из для своего размера толстой проволоки. Я его уже гнул несколько раз. Сейчас качество китайских и воблеров возросло, конечно, и крючков. Даже на самых дешевых воблерах, которые там по 2 доллара, пластик, конечно, совершенно паршивый в них. А вот крючки ставят, ну, такие ничего. Можно покупать вот этот мотлох, снимать с них крючки и иметь хорошие тройники не очень дорого. Так вот, ну, короче, я его скоро сломаю, я его уже гну тут несколько раз. Крючок стоит неплохой, но имейте в виду, что возможно будут какие-то дополнительные сходы, потому что это номер 8. Качество крючка здесь приоритетно. Если понравилась игра, кто-то будет покупать этот воблер, чтобы там не было сюрпризов на рыбалке, можете установить один тройничок какого-то более хорошего качества. Я могу посоветовать, допустим, Гюрзу. Тот же Торнадо, который очень хорошо фиксирует рыбу. Ну просто отлично. И будет вам счастье. Так, по поводу этого вроде бы все сказал. Все, да не все. Чик-чик-чик. Ну, в принципе, должно быть все неплохо. У воблеров, которые покрыты лаком, картинка будет немножко похуже. У покрасок без лака, это повсеместно у всех репликантов сейчас, очень серьезный подъем качества покрасок. Ну-ка, глянь, лупишь его, лупишь, 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 хоть бы хны. Порезав куча, краска к телу приманки привязана невероятно цепко. Ну прям вообще. Давайте еще! Блин, я воблер скоро так разобью. Короче, там, где лака нет, покраска чуть ли не вечная какая-то. Крючки цепкие, прям цепкие-цепкие. Все с ними хорошо, только размер не крупный. Так, что нужно нам выяснить еще? Нужно побросать этот воблер. Вич у нас имеет составное тело, силиконовый хвостик, лопатку, которая очень сильно отклоняется от продольной оси тела воблера. Еще и большой площади. И все это говорит, что воблер должен лететь ну крайне плохо. Однозначно, составные воблеры очень редко летают хорошо. Очень часто они кувыркаются. Но в этом случае балансировка приманки вытягивает заброс и по качеству, и по дальности. Летит, можно сказать, очень прицельно на данный форм-фактор тела.
и не очень коротко по забросу за 30 метров даже навстречу не очень значительному ветру. Снасть у меня сегодня это ZEMEX Ultimate Professional. В тесте 5,18 грамм, 213 сантиметров его рост. Катушка Daiwa XLR 4000 CP и шнур на ней намотан Varivas Max Power PE размером 0,8. Против незначительного ветерка за 30 метров, вводя аккуратненько, без особых проблем и совершенно не крутится. Так, 75 сантиметров за один оборот выбирает катушка шнура либо лески, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Это где-то 32-33 метра по дальности заброса. Приманка составная с силиконовым хвостом с большой отогнутой от продольной оси тела воблера лопастью. 33 метра против такого ветра. Так, еще разочек. Чик. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 2 или 3. Ну, в общем-то, стабильно за тридцатку против ветра. Хоп-хоп-хопочки. И снова ноченька. Ноченька темная нам нужна, чтобы проверить, как эти воблеры светятся в ультрафиолете. Ну, как светится Jekyll Tiny Magellan в расцветке Mod Tiger, я знаю, он очень ярко в ультрафиолете отбивает лучи. Смотрите, какая штука. Это не значит то, что я сейчас показываю, что эти воблеры светонакопительную краску имеют. Они не будут светиться просто так ночью. Я перевожу фонарик в ультрафиолетовый режим, и наши воблеры словно горят. Это значит, что в ультрафиолетовом спектре они отбивают лучи. Кто-то спросит, зачем это? Были такие комментаторы. Я вот немножечко тут подсобирал информацию. Я вам хочу сказать, что не только в воблерной тематике очень популярные расцветки светятся в ультрафиолете, но и в джиговой. Лох, масло, другие популярные цвета светятся в ультрафиолете. Это достаточно важный момент, как мне кажется. Кислота, арбузы, очень много расцветок имеют свечение в ультрафиолете. Допустим, смотрите, вот Jekyll Magellan матовый, а лопатка светится в ультрафиолете. Пользуются этим активно производители, потому что это работает. Как бы вам ни казалось, что бы вы ни думали, эта тема классная. И очень приятно, что репликанты предлагают свои товары в 3 и более раз дешевле, чем дорогие японские. И при этом уже по качестве своем, ну буквально на одном уровне. Игру вы видели, полет вы видели. Вот так наглядно в ультрафиолете светятся эти воблеры. Под Tsuyoki Witch могу сказать, что хвостик во всех расцветках одинаковый, и он везде также ярко светится. На руках были какие-то частички краски, которые ножом позбивал. Видно, как они ярко горят. Что еще не сказал? Не сказал по поводу звука. Воблер составной, но он шумовой. Есть шумовая камера. И воблер звучит достаточно громко. Интересный, могу порекомендовать для локальной ловли в перспективных местах. Красивая игра, много колебаний на определенных проводках, равномерных прям очень много. Много звука, простой, простейший. Новичкам будет вообще самое то. Ну и с подходящими глубинами в местах ловли. Всех благодарю за просмотр, всем ни хвоста, ни чешуи и до скорых встреч!